Приветствую, дорогие пироманы, диванные не очень. Ну что, с чего бы мне начать эту серию? Наверное, начать можно с насоса. Я принял непростое решение залезть таки в ZIP-комплект от MotorSeach. Сейчас здесь та резинка, которая именно в сече служила. Вот, потому что зиповская она оказалась почему-то чуть больше. И в этот насос она не влезла, а в тот, который вы уже видели, влезла, но с трудом. Но, в общем, теперь у меня, в принципе, есть родной насос. Не знаю, насколько видно, но, в общем, качает. Не знаю уж, сколько этот насос продержится. Я боюсь, конечно, что покупки еще одного ZIP-комплекта с этой резинкой, в том числе, ну, не миновать. Но для, так скажем, нашего проекта пока хватит. Так, да, ну, в общем, если честно, у меня нет слов, на самом деле, насчет того, насколько вот эта вся работа грязная. Поэтому, в общем, да, без пескоструя, конечно, тоже дело не обойдется, но пока сейчас надо как-то что-то решить насчет того, чтобы, ну, хотя бы начерно убрать всю эту гадость, которая на нем налипла. Так. Короче, помою-ка я котелок, то задолбало уже, что с него летит какая-то эта горелая отработочная гадость. Ух, бля, не знаю, видно ли, но, в общем, да, вообще черным-черно. Так, тут в самом котелке еще вот такая фиговина лежит. Я не знаю, зачем она тут. У меня единственное предположение, что вот эти чумазые отработочные сомелье положили ее туда, чтобы пахло дольше и сильнее. Я даже не знаю, куда ее бросить-то. Она пачкает все. Я не знаю даже, мне сказали, что прошлые хозяева этого примуса уже ушли, так скажем, в лучший из миров. Но, блин, я не знаю. Господи! Пожалуйста, передай им, что так с техникой обращаться нельзя. Что если ты хочешь называться человеком, а не свиньей на двух ногах.
Так, ладно, кофе. Готовить в нем все равно, я так понимаю, не получится. Вот да, грязь везде. Так, почистим-ка теперь его самого. Это черное, что на перчатках, это да, это я уже сейчас при себе, так сказать, сгенерировал, потому что сжигал его тем, что из него вылилось. Перчатка, все. Так, а за что его теперь держать? Ладно. Эх,
насос. Так, а проверю-ка я клапан аварийный. Так, ну не факт, что я его смогу открутить, потому что металл как будто стал очень-очень хрупким. Так. Ладно, все, перчатки тоже на выброс. Не, я только выдавливаю. Я буквально рву его отверткой своей на части. С форсункой, кстати, такая же фигня, страшно выкручивать. Будем считать этот пшик ВДшкой, вкладом в безопасность. Итак, ну что ж. С родным насосом примус заработал стабильно, правда один раз он успел, да, вот это все я бы связал скорее с тем, что тут ветер гуляет, а не с проблемами с самим примусом. Ну, видимо, там в лесу что-то откуда-то подтравливало и давление падало, вот он и не это, вот он и капризничал, в общем. Ну что ж, я тогда, в общем, могу сказать, что первый этап завершен. Дальше надо как-то наводить марафет. А, да, горячо. Ничего не могу сказать. Ну ладно. Спасибо за просмотр. До скорых встреч.